さあさあさあ、Мы ведем наш репортаж со специального спецэвента парапланеристов, оп, упал, и снеплингеров. Но так как ветра нету, мы здесь все замечательно сидим, а в руках у меня... Ну, кто сидит, кто лежит. Ты кого снимаешь? Я все снимаю. Я для кого говорю? А, Ёрик, давай Ёрика. В руках у меня находится каска. Это Ёрик. Парапланерная каска, которая сейчас ничего лучше нельзя сделать. Как, например, одеть Антона на лицо, в котором он ест. Но на Антона каска не налезает по причине большого размера ума. Большого размера ума. Ума. Антон, все, ветра нет, поэтому мы здесь все кукуем. Мицукей, Драгот, Израиль. 2013 год, февраль. Пошел, 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 пошел! Не пошел. Зу-зу-зу-зу-зу-зу! Вот-вот-вот! Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы находимся... Опусти руку. Мы находимся на Мицукей Драгот, Мертвое море, пошел вон. Вот, Аня, из фирмы Q-Terra. Да, что вы, собственно, расскажите нам, пожалуйста, что мы здесь, собственно, делаем? Мы здесь... Да, мы пока здесь ничего не делаем. Мы должны здесь летать. Ждем ветра. Ту сторону, в которую нам нужно. Спасибо, Аня, очень содержательно. Сейчас еще. Я хочу передать привет. Бабушка. Мама. Бабушка. Папа. Петра. Идея была следующая. Сегодня мы должны были сделать подарок всем нашим инструкторам. Они должны были летать в тандем. Вот здесь. Ну какие прогнозы? Прогнозы какие? Какие прогнозы на ближайший час? Есть вероятность, что мы все-таки полетим туда? Да, есть вероятность, что мы сегодня куда-то полетим. Может, не все, может, никуда. Но мы полетим. Есть вероятность, что мы... Хорошо закончится все? То, что мы собираемся здесь делать? Точно, нет. То, что закончится хорошо, это 100% хорошо закончится. Потому что если мы никуда не полетим, это точно 100% вероятность, да. Ха-х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 а-
Кат! Мы видели, что полчаса назад два человека все-таки смогли подняться с парашютами. Мы не уверены, что они спустились, да, что вот они приземлились. Как раз хотел спросить, какая, мы знаем вообще, какая судьба их постигла, где они, что с ними произошло? Они стали подданными Ордании. Наш специальный репортер. Вот на этих парашютах, между прочим. Корреспондент. Вот на... Татьяна. Я нахожусь сейчас на побережье. Мы были на рекер-водыше. С утра. Конечно, походив завода, самое место на Амерсанде. Тут же рыба соленая, это плавает. А там, да. Мы привезли с собой, если что. Хочешь нашу родную землю поцеловать. Ага. Вот так, да? Ноги сзади тело, как будто хочешь упасть. Ha 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 ha!